аппетита. День такой жаркий, а путь такой длинный. Пожалуйста, подвезите меня на ваших рогах, а? Нам кажется, по пути. Пожалуйста. Благодарю вас. А ты славно устроился. Я тоже хочу сюда. Лось очень добрый. О, да. И он мой друг. Ты тоже мой друг. А значит, мы с лосем друзья. И он будет очень рад. Да. А, привет! А здесь неплохо. Эй, что там происходит? Познакомьтесь! Мои друзья. Очень приятно. И нам. Со мной мой друг. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, это просто уборка. Да, история. Действительно, не ночевать же гостям на улице. Ой, какое дупло! И не одно. Вот где орехи-то хранить. И не только орехи. Тут и жить можно. Ой! Кто-то новенький. Скажите честно, кто там? Стой! Стой! Это у тебя там что? Это мои гости. Столько народу собрал себе в гости, а про меня позабыл. Я хотел, понимаешь, я вот, ну так я прямо сейчас и зайду к тебе в гости. А чего тянуть-то? Как приятно. Очень рад. На тот берег. Что?
делать на том берегу? Здесь наш дом! Вы не имеете права! Не имеете права увозить наш дом куда попало! Как же так? Ведь рога мои! А дупла-то наши! 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 Будьте же справедливы! Мы справедливы! Мы справедливы! Предлагаю голосовать! Кто за тот берег? Я! А кто за то, чтобы остаться здесь? Мы! Мы победили! Благодарю. Ой. Кажется, ушли, а? Спаслись. Ой, чудо, чудо уцелели. Неужто обошлось? Ой. Опля. Опля. Иди, иди. Мы вас никогда... Никогда не забудем. Джидан. Никогда! Никогда! Не оставим! Всегда! Всегда! Совсем забыл. Сегодня все лоси сбрасывают рога. А все-таки неловко как-то получилось. Неловко-то как-то.